Безумно ароматные, вкусные и красивые конфеты. Апельсины нарезаем дольками. Заливаем кипятком и оставляем на 3-4 минуты, чтобы убрать горечь. Для сиропа соединяем сахар с кипятком, добавляем бадьян, гвоздику и палочки корицы. И перемешиваем до растворения сахара. С апельсинов сливаем воду и заливаем их сиропом. Варим на слабом огне примерно 1,5-2 часа. Перекладываем на противень. И отправляем в духовку подсушиться примерно на час при 100 градусах. Шоколад я растопила на водяной бане. Опускаем карамелизированные дольки апельсинов в шоколад. И выкладываем на пищевую пленку. Оставляем до полного застывания шоколада. Хранить в контейнере в прохладном месте. Хотя вряд ли у вас это получится, потому что конфеты уплетают мгновенно. Приятного чаепития!